Здравствуйте, мои дорогие. Вот иду по тихой все-таки улице. Отвыкла я от такого количества машин. Тут не поснимаешь, как в Черноморске. Время час дня. Видите, как хмуро все. Прям случайно встретила на улице одну мою очень хорошую знакомую, Шурочку Зуеву, и не узнала ее. Я ее не видела лет 20, наверное. Так приятно было, она говорит, ой. Она узнала, что Алинка ушла, и прям, ой, мы стояли, не знаю, наверное, полчаса. Разговаривали, вспоминали. Вот, а что я вам хотела сегодня сказать? Мне звонят, пишут, спрашивают, что стало с моими зверушками. А что с ними стало? Заплатили денег, оставили людей, чтобы смотрели за домами, за зверушками. А душа все равно болит. Думаешь, как они там? Ну, я надеюсь, что никуда не денутся, дождутся меня. Зашла в комиссионку, купила несколько ниток бус из камушков. Буду делать. Так, выхожу на дорогу, где машин много. Сейчас я пока прервусь, найду место потише. Ну что, мои дорогие, поняла я, что на улице снимать невозможно. И вернулась домой. Много машин, много шума, мало света. Вот, живу я в комнате старшего внука. Выжила, скажем, парня из его комнаты. Вот это вот Мурманск наш. Картина. Много посторонних шумов, потому что 4 пацана у нас. 15 лет. 2 по 9. И одному 9 месяцев. Поэтому тут тишины не бывает. Притащила я с собой, ну, почти все, даже в пакете. В общем, короче говоря, у меня получилось 20 килограмм. Фурнитуры, каменья, прочее. Из убытков сломанной. Самолете, когда летели, сломался штатив. Но Костя говорит, у него где-то есть в гараже. Вот. А сегодня вот я сходила в комиссионку. Свет туда надо делать. Купила вот такие вот. А тут все, агат, нефрит, сердолик, вот такие бусы, яшма, вот, получше стало, так, теперь вот такой
тигрового глаза. Тут получается три нитки. Это тоже яшма, забыла, как называется. В интернете надо посмотреть, забыла. Вот. Ну, тут еще всякие вкрапления есть и там, и тут. А мы их уберем. Жемчуг. Понятно, что он тонированный, но я очень люблю... Ой, как бы вот так, да? Я очень люблю такой вот жемчуг. Такого цвета. Ну и вот такие вот бусины. Бусы. Я, собственно, купила их из-за вот этой вот подвески. Из сердолика. И вот тут еще две вот такие палочки. Редко очень попадаются. Понятно, стекло. Это вообще, по-моему, пластик. Вот. Ну вот, будем делать. Вот, тут у меня уже бутылочка сохнет от коньяка. Я не могу пройти мимо. Выбросить такую бутылку с такой крышкой не могу. Что-нибудь сделаем. Я-то, конечно, вижу настольную лампу. Очень я люблю из бутылок настольные лампы делать. Ну, посмотрим, может быть, что-нибудь это. Что-нибудь еще на ум придет. Вот. Ну вот теперь вот у внука еще лампочку забрала. Пришел и чего-то застеснялся. Да. А вот так могу. Угу. И так могу. Чужой. Найди, иди, иди, иди. Похлопай в ладошки. Ой, вот оно счастье. Придерживай. Ага, вот оно счастье-то. Там руль просто двигается. Вот так и изучаем мир. Техника. Посудомойку любит. Ой. А там заглушечка. Вот что нравится, да, скажи? Вот эта штука мне нравится. Держу, держу. Угу. Так и ползаем целый день. Да? Все изучаем. Да. Ничего страшного. А правым боком, а левым боком. Угу. Вот этот молодой человек у нас завтра идет на губернаторский бал. За успехи в учебе, как раньше говорили. Вот весь такой нарядный. Да, я уже не наряд. Вот надо мне съездить за цепочками, нет у меня. Надо сделать Ире из Черноморского бусы переделать и браслет доделать, да отправить. Пора делами заниматься, иначе можно сойти с ума. Невестка говорит, что нужно поступать в вуз на блогера. Подруга Марина советует на курсы компьютерные. В общем, короче говоря, перспектив у меня. Мама, не горюй.
вот. И елки уже продавать начинают. А что ж сегодня 20 число? Какие старенькие, толстенькие, старенькие. За хозяйкой пошлепали. Господи. Сегодня погода ясная, прям того гляди, солнце появится. Но оно не появится. Рано еще. Вот приехала во двор, где Алинкина квартира была. Скучаю. Вот сделали детскую площадку за 4 года. Вот это вот на втором этаже была Алинкина квартира. Балкон сделали. У нее не был балкон утеплен. Что жизнь идет. Все, вот час прошел. И опять все серое, страшно. Уже темнеет. Вот сейчас зайду в Окей, куплю цепочки, фурнитурочку, какой у меня нет. И поеду домой. Новый год скоро. Что осталось? На сегодня Макарик поехал на губернаторский бал. Уже смотрю, дети с елок едут. С подарками. Довольные такие. Ой, детство. Не очень, конечно, интересно. Так, ладно, сейчас я выберу. Не особо тут разгуляешься, конечно. Выбор так себе. А у меня ведь в Черноморском посылки идут. Ну, что-то мне никто не звонит. Может быть, Оксаночка только кормщикова сходит договориться. Ну ладно. Носочки всякие вязаные, платки. День спасателя. Ой, какая же у нас дорогая фурнитура в России. Я бы на Алиэкспрессе на 500 рублей целую кучу заказала. А тут маленький пакетик. Да, дорогое удовольствие.
елки. Вот там, и там. Все хорошо. Ну и вот эти лестницы. Мы-то как-то и у Алинки квартира была на ровном месте. И у меня на ровном месте. Ой, ну Костя, как сюда идти? Там, наверное, Макарик же приехал с этой, с бала губернаторского. Я думаю, это просто елка, наверное, для старшеклассников. Ой, снега совсем мало. Надо передохнуть. Мне Костя позавчера говорит: мама, надо поднять тему, куда тебе лучше поехать жить. А я говорю: Кость, там уже поднимать не надо. Я говорю: ты почитай комментарии. Там уже девчоночки мои активное участие принимают в этом вопросе. Да. Вы же у меня молодцы. Фу, еле залезла. Вот такие подарки дарят на Новый год на губернаторской. Макарик еще терпения хватило. Ой, да. Какая сова! Кайфово. Ой, какая! Так, это какой-то, наверное, полярная сетей. Сова. Так, с лапками, с коготками. Мозаика-раскраска. Мозаика-раскраска. А что это что такое? Это, не знаю, какая-то... Спикер-шоу. Интересно. И конфеты. Деревянная мозаика раскраска. Мне кажется, это самая классная. Сова. Да. А сколько это прям? Не знаю. Нифига, это сумка. Это игра и есть в сумке. Ты так спрашиваешь, как будто я в ней играть буду. Я не буду играть. Я тоже на это надеюсь. Я тоже надеюсь. Не буду, возраст не тот. А так вроде сумка, да? Сверху. Еще с ней потаскать нужно. Может, тебе нужно? Нет. Я думаю, мелкие давать бессмысленно, они все равно пользуются, они будут ее. Они не любят складывать. Я, может, не знаю ее. Тренировка. Мурманская область. Ну, выглядит снаружи нормально, Мурманская область. Ну, да. Я, может, там буду ботинки носить свои лыжные. Ботинки? Вот так. Да, сова хорошая. Вообще хорошая, большая. Мне нравится сова. Мурманская область, что-то, да. Снег ухватит. Ну а что там было-то хоть на елке на этой? А там, ну что, было, получается, что выступление, вот, это самое. Кого? Ну как, кого? Там, получается, спектакль был сначала, вот. Нет, сначала мы там все собирались, потом у нас один спектакль. Был спектакль, я там поспал немного, там облокотился, что там что-то вообще... Скучно было, в общем. Поспал. Потом губернатор пришел, что-то там речь провел небольшую. Потом сказали расходиться по этажам. На второй там младшие, на третий там постарше. И там, в общем, какие-то всякие, типа, караоке, что-то там такое. Ну, все понятно. Вместе с аниматорами. Я, в общем, стоял в сторонке. Yes. Стоял, смотрел. Так, нормально. Там 9 класса вообще почти не было. Там вот... Я был самый строго одетый там, в принципе. Там все как-то в костюмах какие-то пришли, непонятно. Ну это вообще кайфово. Именно. Хороший собак. Да. Я не помню, да. И не отдавай. Нет. Ты ее заслужил. Здесь надо у нее открепляется. Да, открепляется. Вообще классно. Ну все. Это блютузовская, это самое. С блютузом она работает. Колонка, да? Да? Типа того, не знаю. Да, наверное. К стенке крепится, да? К стенке просто так постоит.
Угу.